Was möchtest du essen? Vielleicht eine Suppe? Nein, ich möchte keine Suppe. Möchtest du dann einen Nachtisch? Nein, ich möchte keinen Nachtisch. Ich trinke Tee. Was nimmst du zum Trinken? Ich nehme nichts. Bist du auf Diät? Ich sage das niemandem. Auch mir nicht? Nein, keinem Menschen. Vielleicht gehen wir in den Club? Ich will heute nicht in den Club, sondern ins Konzert. Vielleicht hast du keinen Appetit? Doch. Du bist wirklich eine Spaßverderberin. Отрицание в немецком языке. Kein употребляется, если отрицание относится к существительному, и при переводе на русский мы можем добавить слова «никакой», «никакая», «ни один». Möchtest du eine Suppe? Nein, ich möchte keine Suppe. Суп я не хочу. Никакого супа я не хочу. Möchtest du einen Nachtisch? Ich möchte keinen Nachtisch. Я не хочу никакого десерта. Как вы видите из примеров, это чаще всего существительное в аккузатив или датив, без предлога. Перед существительным с предлогом может встречаться и отрицание nicht. Ich will heute nicht ins Café, sondern ins Kino. Я сегодня хочу не в кафе, а в кино. Nicht отрицает глагол. Hast du schon zu Mittag gegessen? Ты уже обедала? Nein, ich habe noch nicht zu Mittag gegessen. Нет, я еще не обедала. Также с помощью nicht мы отрицаем личные местоимения и наречия. Nicht alle Leute essen im Café. Не все люди едят в кафе. Das Essen schmeckt nicht gut. Еда невкусная. Внимание! Если мы отрицаем глагол, то есть сам факт действия в целом, мы ставим nicht в самом конце предложения. Ich zahle für das Mittagessen nicht. Я не плачу, не буду платить за обед. Либо перед завершением рамочной конструкции. Ich esse Pizza nicht mit. Я не буду с вами есть пиццу. В остальных случаях, если мы отрицаем не глагол, мы ставим nicht перед тем, что мы отрицаем. Nicht alle Leute essen im Café. Не все люди едят в кафе. Das Essen schmeckt nicht gut. Еда невкусная. Отрицание может выражаться другими отрицательными словами. Nichts, niemand, nie. Was nimmst du? Ich nehme nichts. Что ты возьмешь? Я ничего не возьму. Ich sage das niemandem. Я никому не скажу. Doch ставится после вопроса, содержащего отрицание, для возражения. Hast du keinen Appetit? Doch, ich habe Appetit. У тебя нет аппетита? Да нет же, есть. Для краткого подтверждения отрицания, в отличие от русского языка, мы используем nein. Sagst du mir das auch nicht? Nein, keinem Menschen. Мне ты тоже не скажешь? Нет, ни одному человеку.